Продолжаем получать все новые и новые подробности дополнения «Отвергнутые». Ночью вышла очередная статья на этой неделе в Банжи, и она опять смогла удивить и порадовать. Привет, Страж, ты на канале Triple Vibe, на связи Джонни Лейни, и давай я расскажу тебе о самых свежих новостях из этой самой статьи. Для начала нам рассказали о рангах в новом режиме Гамбит. Да-да, там будет ранговая система. Называться она будет «Бесчестие», и будет считаться отдельно от рангов горнила вроде доблести. Но схема начисления очков довольно схожа. За участие в матчах будут вам гарантированно давать очки, победы будут давать больше, поражения чуть меньше. Главным отличием этих рангов от тех, что в PvP, стала некая система, напоминающая престижи. Каждый ранг имеет 3 ступени. Ну, то есть все ранги страж, удаль, отвага, героизм и величие, кроме легенды, будут иметь 3 уровня – Страж 1, 2 и 3, ну и так далее. Это сделано для того, чтобы игроки чаще получали награды, даже если они будут, ну, не особо часто играть в Гамбит. Вам гораздо проще будет получить какие-то подарки вот от этого милого дядечки. Также у него будут контракты, выполняя которые по ходу матчей, вы также будете прокачивать свои ранги, а по достижении максимальных показателей рангов вы еще и специальное снаряжение получите. Намекнули походу вот на эту ракетницу. А теперь про горнила. Про позитивные изменения в рангах состязательной игры. Поражения в плейлисте состязательной игры больше не обнуляют вашу серию побед доблести. Больше вообще не существует серий поражений. В плейлисте состязательной игры добавлен режим «Контроль и столкновение». Может быть, хоть так научатся играть в контроль игроки. Ну и самое, на мой взгляд, главное – радар снова будет доступен в состязательных играх. Мелочь, но Destiny — это вот вообще ни разу не та игра, в которую хотелось бы играть без радара. Это не Rainbow Six, не любимая КС-очка. Тут все летает, взрывается в воздухе, крадется и тому подобное. Я ужасно себя чувствовал без радара в этом режиме, а сидящие по углам противники вызывали такую волну ненависти, что по окончании матча их родственные связи обсуждались с командой еще минут по 5 по 7. Ну и конечно же нам рассказали о награде. Палаш Редрикса, как и следовало ожидать, не будет доступен в 4 сезоне, но разумеется его не заберут, и игроки, уже получившие его, смогут по-прежнему его использовать. Новым же оружием 4 сезона станет клинок Редрикса. Походу мы собираем его арсенал, который можно будет заработать, выполнив специальный квест от Шакса. Не нужно будет больше набивать овер дофига побед, хотя тут тоже не так все понятно. Клинок Редрикса во многом похож на палаш. Как отдельно подтвердили, это все та же кинетическая импульсная винтовка в первый слот того же архетипа. Но вот после того, как вы заработаете это оружие, из энграмм горнила начнут выпадать различные его версии со случайными перками. Не просто же так ролл добавили. Каждый клинок будет оснащен стандартными перками «Сорвиголова» и «Изгой», которые и были на обычном палаше Редрикса. Но остальные характеристики будут делать вашу винтовку индивидуальной. У каждого из них будут случайные стволы, магазины и бонусы абсолюта. Игроки, которые заработали палаш Редрикса в 3 сезоне, получат дополнительные бонусы, а при завершении специального триумфа они получат эксклюзивную эмблему. Мол, смотрите, я выбил ту же пульсу, что и вы, в 3 раза дольше, без вариативности перков, я крутой, да. Также все обладатели палаша получат возможность получить клинок из энграмм горнила в первый же день, даже если они не завершали новый квест. Хорошо ли все это? Да, потенциально крутой ствол можно будет получить, не играя в игру так, будто это твоя вторая работа. Однако горение игроков, которые получали этот самый палаш, я прекрасно понимаю. Столько сил и времени, а потом эту винтовку фактически берут, улучшают и дают получить облегченным способом. Но тут важно учитывать 2 фактора как минимум. Во-первых, Bungie перед появлением палаша в игре, когда его еще тизерили, говорили, что рассчитывают на то, что ствол станет редким и желанным, но что его получат хотя бы 40% игроков. И в итоге получило чуть больше 8000. Это в районе 1%. Одного. Так что, разумеется, это никого не устраивало, и с этим нужно было что-то срочно делать. Во-вторых, мы еще не знаем, каким будет этот квест. Вполне возможно, что он тоже окажется довольно сложным для большинства игроков.
Для казуалов, что горнило на дух не переносят, он в любом случае будет сложным. Вспомните квест из первой части на дробовик Чаперон, для которого нужно было убивать Сластворда. За убийство очки начислялись, за смерть снимались. Тогда даже такой квест не поддался некоторым игрокам, и Чапероном сейчас не каждый олдфак может похвастаться. Хотя, казалось бы, простой квест, как на Торн, или вспомните только одну Doctrine of Passing, чего она стоила. Никаких ограничений, иди закрывай Осирис, всего лишь 9 побед, и она твоя, но нужно было найти особенную, с правильными перками подобрать, чтобы она стирала в порошок любого врага, как только ты зажимаешь курок. Так что это не то чтобы прям облегчение. Делать выводы рано, а вдруг опять будет только хуже, не было разве такого никогда, ну? Ну а для тех, кто хочет просто хорошо провести время в горниле, анонсировали новый взрывной режим в испытательном полигоне горнила. Это тот самый плейлист, в котором появляются экспериментальные режимы PvP. Итак, что представляет собой новый режим? О, вам понравится. Вы появляетесь на арене с обжигающей пушкой. Другие игроки тоже появляются на арене с обжигающей пушкой. Вы взрываете друг друга из обжигающей пушки. Полный хаос. Я вот очень жду. Любой страж еще с первой части, когда брал в руки эту ракетницу падших, мечтал зарядить из нее по пачке других игроков. Наконец-то дают такую возможность. Веселье начнется во вторник, 21 августа в 8 часов по московскому времени, в режиме «Каждый сам за себя». А в пятницу, 24 августа, также в 8 часов, режим поменяется на командный 6-6. А на этом пока все. Об этих и обо всех остальных изменениях вы можете узнать первыми в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте подписаться на нее, на канал и поставить лайк, если ждете отвергнутых. Счастливо!